Напоминаю, что вещества – это просто невероятное, невероятное зло. Русский не пей, русский не употребляй. Жизнь прекрасна и удивительна, и, главное, она невероятно длинна. Когда вам кажется, что в жизни все так плохо, что дальше жить невозможно, просто напоминайте себе, что если вам там 20-30 лет, что впереди еще столько интересного. Я в ролике в новогоднем поздравлении рассказал историю про своего деда. Сказал, что он родился еще до начала Первой мировой войны, а умер задолго после перестройки, уже когда Медведев был президентом, то есть даже после первых двух сроков Путина. Он пережил все, он родился, еще холодильника не было. Он, хорошо, нет, холодильник уже существовал, но он точно не был доступен моему прадеду, людям его финансового достатка в тот момент. Так вот, родился до Первой мировой войны, застал Российскую империю, застал Первую мировую войну, прошел Вторую мировую войну. На его глазах появился телевизор, на его глазах появились, на улицах появились автомобили. Ему 35 лет, просто задумайтесь, да, вот ему было 35 лет, это началась Вторая мировая война. Действительно, кажется, что мир закончился, а впереди еще цветное телевидение, а впереди еще дети, там, внуки, а впереди еще интернет, да, появление компьютера, интернет, полет на Луну, космос, освоение космоса, какие-то совершенно фантастические вещи, которые себе представить было невозможно, когда он был юн, и он все это успел застать. Успел застать развал Советского Союза, конец Советского Союза. Успел застать 21 век. Это же, ну, кайф. Поэтому, если вам тяжело, подумайте о том, сколько, насколько принципиально еще может измениться вас жизнь, ваша жизнь, потому что она действительно и короче, и длиннее. Что бы вы о ней ни думали, она кажется совершенно иной. Особенно, если вы молоды. Да даже если не молоды.